Писатели, медики, строители, врачи, педагоги, предприниматели. В зале приемов Фантастык собрались лучшие из лучших. В номинации «Лучшее промышленное предприятие» победителем признана АО «Химфарм». Производственные мощности завода позволяют выпускать 1,5 миллиарда таблеток, капсул и гранул в год. Продукция компании выходит на рынки Кыргызстана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана и России. На самом деле это фантастическое чувство. Побеждать – это всегда хорошо. Но в этом году мы произвели продукцию на 16,5 миллиардов тенге. Из них примерно 10-12% – это продукция, которая у нас экспортируется. Но в следующий год мы планируем увеличить, я думаю, до 22 мы планку поднимем себе. Награды получили работники сферы образования. Лучшим ученым региона признан Рахымберди Ташменов. Инновационно-технологический колледж объявлен лучшим учебным заведением. Учителем года стала преподаватель Роза Орникешева, а номинация «Лучший директор школы» досталась руководителю школы лицей номер 23 имени Зои Космодемьянской Жанар Туйлыбаевой. Я говорю спасибо моему коллективу, спасибо родительскому коллективу нашей школы. И, конечно же, я много счастья желаю нашим хорошеньким ученикам, всем нашим ученикам, которые вот создают эту победу, потому что их стремление к знанию, быть хорошим человеком, вот ключ к успеху. Среди учреждений здравоохранения лучшим назван областной перинатальный центр номер 4. Врачом года стал врач-педиатр Шардаринской районной поликлиники Турсункуль Мамедова. Не обошли стороной сферу спорта и туризма. Спортсменкой года стала Жазира Жапаркул. Лучшим тренером назван Рашид Тулегенов. А лучшей туристской организацией года стал Жанна Талап. Нам, наверное, единственным, кому удалось объединить спорт и туризм. Не зря наше туристическое агентство называется «Спортивное туристическое агентство Жанна Талап». Наша основная цель, наша основная задача нашего туристического агентства – это развитие именно у нас в регионе, в стране в целом, и продвижение активного отдыха. Мы, наверное, этим самым отличаемся. И то, что вот мы сегодня получили вот такую вот награду, это для нас большая честь. Вместе с этим к 25-летию независимости Республики Казахстан Акимом области была учреждена специальная номинация «Лучшая песня года». Композитор Айжигит Асанов и авторы слов песен Тауль Сиздек и Мангелек Елюшин, Сатар Куашбаев и Базарбек Тукибаев были награждены специальной премией. Их песни звучали чаще всего на проводимых мероприятиях уходящего года. Торжественное заседание продолжилось театральной постановкой и концертной программой. Ксения Поленица, Нургали Кушаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар».